В микрорайоне в Ангапуровском прямо в местном отделении полиции повесился 30-летний мужчина. В участок он был доставлен по подозрению в совершении преступления. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ворвался в комнату своей соседки и, угрожая ножом, пытался ее изнасиловать. На помощь женщине подоспели соседи. Дебошира доставили в отделение, где он, оставшись на некоторое время один в комнате приема граждан, повесился на шнуре от оконных жалюзи. По факту гибели молодого человека в помещении опорного пункта полиции нами начато проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия и дана юридическая оценка действиям должностных лиц, сотрудников полиции в этой связи. Никаких следов телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. К тому же, по данным полицейских, некоторое время назад мужчина уже пытался свести счеты с жизнью, причем тем же способом. Тогда от гибели его спас родственник. При обнаружении трупа никаких видимых повреждений, кроме полоски на шее, у данного гражданина обнаружено не было. Говорить о том, что причиной его смерти послужило истязание в отношении него именно сотрудниками, сегодня нет никакой подоплеки.